Фуражное зерно в Ивановской области хранится с нарушениями. Таковы результаты проверки, которую провели сотрудники Россельхознадзора. Они объездили 20 хозяйств и обнаружили, что ангары поражены плесенью. Карантин культур работники соблюдают неправильно. Зерно заражено и пророщено. Руководителям выданы предписания об устранении нарушений. Такие проверки проходят по поручению федерального правительства. Предыдущая была 2 года назад. Эта проверка охватила самые крупные хозяйства области. Штрафные санкции обязательно будут в зависимости, какая статья нарушена. То есть, если это в сфере карантина растений, юридическому лицу от 5 до 10, должностное привлекается у нас автоматически от 500 до 1000. По техническому регламенту штрафы больше. Это идут уже от 100 до 300 тысяч. И на должностной от 10 до 30, в зависимости от статьи.